От автора франшизы «Остаться в живых». Сентября 2002 года меня оставили на кладбище в Массачусетсе, завернув вот в это. Вы выступали в тот вечер. Дорогая, я не имею к этому отношения. Это Кристиан, твой отец, а это мать, Анна. Они были сатанистами, что ли? Знакомство с семьей. Наша семья живет здесь 5 поколений. У нас древний род. Откроет тайну. У этой семейки темное прошлое. Моя тетка перерезала вены в ванной. Моя старшая сестра исчезла, когда мне было 4. Мира реального. Вокруг зло. Не верь этим людям, они слуги дьявола. И потустороннего. Они парализуют твою волю. Меня преследует одно видение. Я словно прикована к этому месту. Служи. Потомство дьявола. В кино с 5 января.